Отправляя сына на войну, подумай о разрывной пуле, которая может попасть ему в лицо и навсегда оставить его инвалидом, несчастным, и тебя тоже. И вот эти все пробоины, это были изначально. Это государство так заботится о наших домах. Я лишь написал мелками. Любой ребенок может написать мелками, ему ничего не будет. Если ты хочешь отправиться на войну ради кучки олигархов, их интересов, банкиров, задумайся, задумайся, задумайся об этом. Подумай о пуле, разной пуле, которая попадет тебе в лицо. Задумайся. Think about it. Задумайся об этом. Подумай об этом. Блин, дурацкая шапка. Подумай об этом. Пуля попадет тебе разрывная в лицо, если ты пойдешь на войну. Подумай. Я тебе говорю я. Кто я такой? Я никто. Я просто недопонятый художник. Кто все это затевает? Кто все затевает?